Добрый день. Я представляю газету «Независимый свободный курс» и также Альянс независимых региональных предприятий. Почта России в этом году со второго полугодия увеличивает свои тарифы на 10% базовые и лишает еще на 10% льгот по социальной ответственности. Итого получается 20% каждой региональной СМИ получает повышение тарифов. Вы прекрасно знаете Алтайский край, где 60 сельских районов, и понимаете, что для нас вот эта ситуация. Это будет всем не очень хорошо. Мы вчера спросили Почту России, а почему, собственно, при инфляции 4% мы имеем такое повышение? На что получили понятный ответ. Мы коммерческая организация, и как всякая коммерческая организация, хотим работать с прибылью, а подписка приносит нам убытки. С другой стороны, я понимаю, что Почта России у нас с вами входит в перечень стратегически важных предприятий. А стратегия России – это, по-моему, читающая Россия. И мне кажется, здесь вот с таким подходом надо что-то делать, и мы предлагаем все-таки вернуться к теме субсидирования подписки для региональных и местных СМИ. Ну вот, начали с себя любимых. Ну это правильно, потому что это не только касается региональных СМИ, это касается ваших читателей. Да. Что можно сказать на этот счет? Ну, во-первых, все субсидии, которые раньше предоставлялись и которые были как в прошлом или позапрошлом году, свернуты фактически, они все равно не давали возможность Почте России выйти даже в ноль. Все равно Почта России даже при этих субсидиях работала с убытком. Где-то за прошлым годом, по-моему, 3 с лишним миллиарда, 2 с лишним миллиарда. Поэтому субсидии они в целом на почту, они нужного эффекта нам с вами не дают. Первое. Второе, и мы с вами тоже это хорошо знаем, очень многие уходят в интернет. И поэтому печатные СМИ, они, их продажи сокращаются по всему миру. И за прошлый год, пожалуй, что произошло, можно отметить, что сокращение в связи с прекращением субсидий, оно фактически сведено к нулю, где-то минус 5%. Общий мировой тренд минус 6-8%. Поэтому, если и сейчас возвращаться к этому, то вы из Алтая, да? Да, Алтайский край. Да, Алтайский край. Вот я понимаю, почему особенно вас это беспокоит. Удаленно есть населенный пункт, территория огромная. Поэтому, если переходить к субсидированию, то, мне кажется, нужно переходить к субсидированию не почты, а...